Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я добрался до своего аккаунта на английском сервере. Сегодня очень много китайки было. Ну и как обычно у нас сегодня, не знаю, трэш, не трэш контент, обычный будний день для НАТО. Куча плюх. В общем, обнова показала, что по сути, ну, камни не добавят нам, они просто дешевеют. Как обычно, возможно, там откроют еще какие-то итемы, мы этого не видели, хотя вроде и нет. По обнове очень много хорошего, очень много такого непонятного. Ну, в любом случае, это такая нейтральная обнова, то есть герой бездонатный, это радует. Талант, в принципе, сами видите. Ну, а так, с такого, что еще особо порадует, ожидая магазина, посмотреть внутренний английский магазин. Вот это очень интересно посмотреть. А так, в принципе, относительно более-менее нормально. Единственный вопрос по новым скинам. Что они будут давать и как они будут качаться, это, мы, думаю, здесь быстрее всего увидим. Ну, в общем, вот как-то так. Такие вот плюшечки. Часть плюх я заберу, часть плюх я не смогу сейчас забрать, потому что у меня перелимит. И это реально уже задрало. Они так и не увеличили количество. Вот смотрите, сколько у меня плюх просто может пропасть. Если я там не использую, не прокачаю. Это реально печально. Очень печально. А если такие кристаллы у меня идут, то красные. Ну, хотя, по сути, они мне уже и не нужны. Так, перелимит. Поэтому толку от них никакого. Такс. Поехали. По акциям пройдемся, посмотрим. У нас, кстати, нету рулетки. На Айсе открыли интересную рулетку, где можно и Огника словить, и Некроса, и Космо. Причем Космо намного выше, чем Огник. То есть на самом топе. Такая вот рулеточка, ну, говорю, рулеточка на роллинах у нас акция, я уже ее показывал, неплохая, но самое основное вот эта вот акция, которая мне очень нравится. Почему нравится, вы сейчас увидите. У нас есть вот 60 попыток. Ой, ремочку вытащили, красавчики просто. Фу, замахался я за сегодня, но постарался вам по максимуму записать видосы. Еще записал на завтра вам видосики. В общем, все посмотрите. Думаю, вам станет более все менее понятно по обнове, что лучше, что как, куда. Еще единственное, надо разобраться со скинами. Их достать. Так, это наш первый заход. Это наш второй заход. Такое плюхи отсюда, скажем так, не самое основное. Самое основное будет дальше. Не хватает мне попыток. Окей, так, нам надо 140 попыток, да, 160 у нас есть, нам надо 140. Окей. Это вот акция, мне за что нравится, то что тут за последние сундучки будут офигенный бонус давать. Возможно, в дальнейшем его увеличат, не знаю, посмотрим. Вы видите, опять же, у меня проблема, я не могу забирать быстро плюхи. У меня 10 итемов просто тупо зависли. Ну, книги, понятно, мы по чуть-чуть израсходуем, а вот с камнями я их не продать не могу. Я ничего с ними не могу сделать. То есть они, по сути, пропадут. Либо мне надо будет перекачивать массу героев, качать им просвет. Соточки. Чтобы... слить эти камни, продать. Потому что они продаются за синие кристаллы. Но это вообще, это жесть. Там сливать надо очень много. Так вот, жизнь боли, ребят. В дальнейшем, если я забью весь этот, я не смогу ничего толком забирать. Либо придется время ждать, чтобы оно пропадало. А камней все больше и больше.
Вот как-то так. Либо через акции, чтобы они пропадали. Опять же, вы представляете, да, сколько вот сколько камней, там 15 тысяч камней. Это, по сути, там 10 героев, 15 героев. Можно качнуть. Было бы круто, если бы можно было просто подарить. Это, не знаю, куда-то по-рандомному. Не обязательно там кому-то, знаете, чтобы был реально рандомчик, типа раскидывает на случайного. Не с гильдии, не из друзей, а просто на какой-то аккаунт. Но я не знаю, что с ними делать. Короче, такое, обнова, как бы, как обнова, очень много интересного. Герой мне понравился. Не знаю, как вам, но герой понравился, талант понравился тоже в некоторых героях. Вопрос по. Ну, добавили в КБшку монстров, тоже круто. Так, ну что, поехали. 50 слизней вообще. Имбова, 300 книг, еще лучше. Так. Рунки, которые не надо, 3000. Но эти, может, еще и влезут. Так, этих там все равно немерено свыше 1000. 1800 это однозначно не влезет. И вот ради чего? Ради 1000 апекс камней. Забираем. Что-то влезло, что-то не влезло, что не влезло. 1800 этих. Так вот. 17 тысяч просто камней могут пропасть. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. С этим мы разобрались. С книгой вроде все нормально. На следующую акцию 50 у нас осталось камней. Это очень хорошо. Здесь подкачали. Ну, поехали посмотрим еще по акциям. Шоппинг спри есть. У него обязательно будем играть, потому что отсюда можно еще сундуков натащить. Так. Ну что, и камней можно попробовать, но их очень быстро разбирают, поэтому вряд ли. Так, это гифты. Мы их забрали. Point. Поехали сюда, посмотрим, что у нас тут получится. Вытаскиваем. Имба героев. Сейчас драконов мы повытаскиваем. Ну, хоть 1000 самов дали. Хоть что-то приятное и полезное. Еще один дракон. Так, бинго неинтересно, алхимик интересно, счастливая, открой сундуки, это за потраченное. Алхимик, давайте посмотрим, может что-то поменялось хотя бы. Вот тут ничего не меняется. Некрас. Короче, все печально. Жалко, эта акция не обновляется. Прикиньте, можно было нормально трешивать. Ну, такие вот герои. Так, и что мы имеем в итоге? По плюхам. Сколько там у меня этих апекс камней уже насобиралось? Ну, нормально, 5600. Можно жить, ребят. Можно 4 героя апнуть. В принципе, у нас все этому способствует. Такс. Что у нас здесь по архидемону? Когда он там собирается, через 2 дня. Понятно, значит, будет обнова, уже тогда затестим. Так, по героям, кого интересно было бы посмотреть, по башку просили. Значит, будем докачивать таких вот героев, как по башка. Сейчас я его просто подниму в топ, чтобы его не пропустить. Надо будет, наверное, камешки оставить. Хотя, в принципе, мне на нового и так, думаю, хватит. Интересно, конечно же, что будет со скинами новыми. Чего мы их доставать будем?
А возможно, их, кстати, на Пасху дадут. Кто его знает. Так, с ПБшкой мы, в принципе, подкачали. Один герой есть. Так, кто у нас еще с таких интересных есть? Думаю, тыковку сделать. На максималку тоже, думаю, многим будет интересно, что он сможет соло вытворять. Интересно будет. Ну и плюс там архидемоны, все дела. Думаю, зайдет. Так, давайте еще выше. Можно было бы, конечно, героям архидемона качнуть, париться, но пока не будем этого делать. Так, ПБшка, тыковка. Что у нас еще с таких интересных? Химка неинтересна. Ника просили, ну Ник, я не думаю, что там что-то такое мега эпическое будет, конечно, там урона будет хватать. Хрон как вариант, рогатка в принципе тоже неплохая должна быть. Так, ну этих пока нет. Дрейк вариант. Питер стрелок. Да и стрелка неплохо. Давайте Афинку качнем. Ну, тоже будет интересно посмотреть на нее. Потом я уже постепенно доберусь до обычных героев. Те, которых я вам на 20-ке показал. Я уже покажу вам их на 30-х, думаю, совсем скоро. Ну, посмотрим, как оно будет. Такс, раз, два, три. А четвертым кто у нас будет? Кто четвертый будет? Кого будет интересно такого посмотреть? И рогатка хороший, хром, в принципе, тоже на PvP локации. Посмотреть на него, на максимальную жизнь собрать. Кто он будет вытворять? Кто еще себя может раскрыть? Или попробуем Дрейка. Давайте Дрейка попробуем. Он у нас с пактом максимальным. Думаю, будет интересно посмотреть на его урон. Вы знаете, вроде не старый герой, но реально еще. Еще тот, который может нормально подсолить. Так вот, от этих 4 героя я сделаю уже там по мере, записываю вам, покажу их, что они могут. А вы пишите в комментах, кого вы со стороны, кого увидели, хотите увидеть на обзорчике, и уже, думаю, обязательно скоро увидите. Все, пишите комменты, лайки, репостики, как всегда. Всем удачи, всем пока.